городу море посвящается. Спектакль «Алые паруса» ставят на сцене театра молодежи. Постановка как нельзя лучше впишется в празднование Дня города. История о любви к морю, о сбывшихся мечтах, о наивной юности. Конечно же, в новом прочтении. Эта история, немножечко такая инфантильная, что ли, немножко сказочная, такая фантастическая. И мы решили, что это наша владивостокская молодежь, которая собирается в каком-то нашем владивостокском кафе на набережной. И постепенно все это разворачивается в рассказ, они начинают все это разыгрывать. И, в общем, история этой девушки Ассоль – это история современной девушки, которая в нашем городе встречает своего принца под названием Грей, под именем Грей. Историю мечтательной Ассоль и решительного капитана Грея во Владивостоке ставят впервые. Будет и любовь, и корабль, и парус. 100 метров алого шелка уже закуплены. Репетиции в разгаре, актеры входят в образ. Я бы смог ради девушки выполнить. Сделать бы тоже что-то такое, купить большое количество алых парусов. И, смотря какая девушка будет, знаете. В нашем современном мире еще хорошую девушку нужно найти, поэтому. Если найдется та, которая кольнет в сердце, которую буду готов забрать с собой и увезти куда подальше, то, конечно. Постановка идеально впишется и в одноименный праздник выпускников, запланированный на конец июня. Кстати, первыми посмотрят постановку медалисты со всего Приморского края. Их пригласят на дневной показ 30 июня. Спектакль предполагает семейный просмотр. Он предназначен как для взрослых, так и для детей старшего возраста. К слову, «Алые паруса» – это первая постановка под началом нового директора театра молодежи Игоря Селезнева. Насколько она окажется удачной, узнаем через месяц. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.